Сегодня проходит совместный рейд с участием сотрудников Роспотребнадзора и сотрудников полиции по выявлению линейных работников, которые отказываются выполнять предписание Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима. Также это касается и пассажиров. Штраф на физическое лицо от 1000 до 15 тысяч, на юридические от 100 до 300 тысяч. То есть оформляет либо Роспотребнадзор, либо полиция, потом материалы передаются в суд. К сожалению, увеличилось число пассажиров, которые не соблюдают масочный режим. Хочется обратиться с просьбой соблюдать в общественном транспорте особенно. Есть распоряжение внутри пассажироперевозящих предприятий, и также это требование Роспотребнадзора не осуществлять обслуживание пассажиров без масок. То есть вся ответственность ложится на перевозчика. Если будет пассажир либо перевозчик пойман в момент оказания услуги без маски, то есть штрафы грозят довольно серьезно. Проверки проводятся еженедельно. В ходе каждой проверки по 3-5 случаев точно выявляется. Ну, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки рейды будут усиливаться. С пассажироперевозящими предприятиями постоянно работаем на этот предмет. И постоянно и листовки о запрете обслуживания, и письменно уведомляем. И по нескольку раз в месяц собираем перевозчиков очно. То есть все знают, но, к сожалению, попадаются такие вот, в нехорошем смысле слова, принципиальные водители, которые отказываются соблюдать данные требования.